Закружились в вальсе. В Чебоксарах прошел кадетский георгиевский бал 17-й раз по счету. На этот раз на паркет вышли 280 участников. Подробнее Сергей Качинский. Одной из самых красивых традиций прошлых столетий является бал, где офицеры русской армии имели возможность блеснуть знанием этикета, безупречным воспитанием и отличным образованием. Кадетский георгиевский бал, 17-й республиканский конкурс бального танца среди 9-11 классов образовательных учреждений, осуществляющих кадетское обучение, продолжает эти традиции. Эта традиция кадетских балов, которые воспитывают в кадетах вот эту вот офицерскую выправку, офицерскую стать, она уже в республике, наверное, заведена, ну, лет 10-15. Все участники – кадеты, которые владеют строевой и боевой подготовкой. Однако и танцам в их обучении придается большое значение, как обязательный атрибут культуры, определяющий поведение кадета в обществе. Бал для меня является выправка, также осанка кадет. Ведь кадет – это гордое звание. И вообще на это очень приятно смотреть своими глазами. Мы стали лучшей бальной парой, и я считаю, что это полностью заслуга моего партнера, потому что он меня ведет, и я иду за ним полностью. Действо праздника подчинялось существовавшим в прошлые века бальным традициям. Исполнительская часть состояла из следующих конкурсов: обязательная бальная композиция, свободная бальная композиция и лучшая бальная пара. Сегодня мы покажем свою новую композицию. Все наши ребята тренировались, старались, и мы сегодня хотим завоевать первое место. К кадетскому георгиевскому балу участники всегда очень тщательно готовятся и не только оттачивают хореографические элементы, но и чувство плавности и выразительности. Все-таки даже сейчас им аккомпанирует Дмитрий Шостакович. Бал был посвящен Дню памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества. Немногие знают, что даже после победы Великой Отечественной войны, после 45 года, наши советские, а потом уже и российские войска, в том числе, конечно, там были и наши земляки, чувашские воины, офицеры, они выполняли этот свой долг, проявляя мужество, героизм. Кадеты словно попали в эпоху героев классических произведений Пушкина, Толстого, Чехова. Поворот, поклон, реверанс – каждая пара выглядела элегантно. По мнению организаторов бала, этикет для кадета не менее важен, чем устав. Великая Россия начинается с малых городов. Великая Российская Армия начинается с кадетских формирований. А любовь к родине и отечеству начинается с истории и традиции. Сергей Качинский, Игорь Зверев, Национальное телевидение Чувашии.